Среди приоритетов нового Узбекистана – поддержка представителей бизнеса, устранение преград на пути к развитию. Ключом к решению многих актуальных вопросов стал открытый диалог президента с предпринимателями в августе прошлого года. Тогда поступило свыше 15 тысяч вопросов и предложений. Сегодня полным ходом идет подготовка ко второй встрече, направленной на улучшение бизнес-среды. Обращения принимаются как в колл-центрах, так и на электронных платформах. До сегодняшнего дня уже поступило более 7,5 тысяч предложений. Все меньше времени остается до одного из важнейших событий в Узбекистане – встречи президента с предпринимателями. В созданном колл-центре 40 сотрудников в режиме 24/7 принимают предложения и вопросы от представителей деловой общественности. На 4 августа получено порядка 7 тысяч обращений. Из них порядка 500 обращений, которые выделены системным проблемам. Полученные обращения мы отправляем ежедневно в республиканский штаб. Колл-центр, помимо этого, работает в этом году в новом формате. То есть осуществляет исходящие звонки, формат call-back. Наши операторы осуществляют обратную связь с теми предпринимателями, которые оставили свои обращения и которые уже были рассмотрены соответствующими ведомствами для выявления удовлетворенности своих обращений. Согласно анализу, среди предпринимателей наибольшую актуальность имеют вопросы в сфере кредитования, выделения земли, бюрократии при получении лицензий и разрешений, а также налогового администрирования. В республиканском штабе работают ответственные сотрудники из более чем 80 министерств и ведомств, профильных учреждений и коммерческих банков. Предложения и идеи рассматриваются экспертами, и среди них обращения, имеющие индивидуальный характер, решаются на месте, при этом устанавливая обратную связь с предпринимателями. Если сравнивать с прошлогодним периодом, количество обращений выросло почти в два раза. Из более чем 7300 обращений свыше 4000 решены положительно. Работа по приему обращений предпринимателей продолжается.